Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211-50-30. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Те, кто продвинут в вопросах салонного оздоровления волос, знают, что одни процедуры создают лишь эффект каленых локонов, другие на самом деле ухаживают за кожей головы и волосами. К последним относится инновационная технология премиум-класса «Керасилк молекула красоты» от Goldwell. Молекула красоты работает с волосами в 7 направлениях. Кроме исходного состояния, можно также учитывать и пожелания, сделать ли акцент на плотности или необходим объем. Сегмент Color – это отвечает за то, чтобы клиенты получали очень сочный, красивый цвет во время окрашивания и также поддерживали этот цвет в домашних условиях. Сегмент Control отвечает за то, чтобы получить контроль над волосами. Он будет идеально подходить для клиентов, которые имеют пушащиеся волосы, очень пористые, и клиенты, которые постоянно пользуются утюгами и фенами, да, которые постоянно хотят выпрямить волосы, разгладить структуру волоса. Линейка Reconstruct – это самая серьезная линейка. Она создана для тех клиентов, у которых есть волосы достаточно сильно поврежденные, то ли химическим процессом, то ли механическим процессом. Но он работает уже, этот сегмент, очень глубоко в структуре волос и делает волосы очень насыщенно, питает кератином и таким ингредиентом, как гиалуроновая вуаль. И есть сегмент Repower, он разделен на два сегмента. Это сегмент Volume, все отвечает за то, чтобы создать идеальный объем на тонких волосах, чтобы клиенты после этой процедуры в домашних условиях делали очень легко укладку объемную. И сегмент противопадения, Anti-Hair Loss, это сегмент, который включает в себя некую систему домашнюю, которая состоит из шампуня, из профессиональных сывороток и специального спрея для того, чтобы сделать некую систему и сократить выпадение по каким-либо иным причинам. Как уже не раз отмечали топ-стилисты самых разных парикмахерских брендов, ни одно суперсложное окрашивание, ни одна качественная стрижка не будут смотреться достойно на нездоровых волосах. Действует этот закон природы и в обратном направлении. Часто после профессионального ухода необходимость перекрашиваться или менять форму попросту отпадает. Для своих волос получила сегодня все, что им не доставало. Это вот гладкость, это объем, это плотность, шелковистость и мягкость. То есть все, что нужно было мне. Во-первых, они были непослушные, и в укладке были очень трудоемкие. То есть приходилось использовать несколько продуктов, которые придавали там гладкость, объем, а здесь все в одном, и то, что процедуру я провела в салоне, дома, возможно, только шампунь и кондиционер, и то есть действие длительное будет. Так как у меня волосы сухие, мне предложили контрол, чтобы не утяжелить их, и объем мне особо тоже не нужен. И как сейчас по ощущениям, мне кажется, что волосы уплотнились, их стало как будто больше, потому что у меня их на самом деле очень мало. Мне очень понравилась процедура, занимает всего, то есть лечение 10 минут и укладка минут 30. То есть, в принципе, сейчас можно ложиться, и очень удобно и комфортно процедура. Вот первое, что было, легкость и эффект, конечно, такой какой-то свободы и движения, и волосы, и это как он называет. Конечно, окрашенные волосы дают свой этот, как он называет, эффект тяжести, да, вот сейчас его нет абсолютно. Укладка действительно занимает меньше времени, да, и мне, конечно, дома будет сподручнее это побыстрее все сделать, потому что всегда хотим все быстро, чтобы быстро все ложилось и так далее, без эффекта. Вот, в принципе, этот контроль, я думаю, что буду использовать тоже дома. 7 сервисов «Керасилка» – это как 7 нот в музыке, с помощью которых создаются самые разные вариации ухода. С таким потенциалом можно сколько угодно экспериментировать с длиной, цветом и формой укладки. Это раньше реальный возраст женщины можно было оценить по состоянию шеи и кожи кистей рук. Сегодня, когда вовсю практикуют лазерную и инъекционную косметологию, эти деликатные зоны также могут быть подвержены омоложению. Как все это происходит, сегодня разбираем на занятии в Академии красоты. Спонсор рубрики «Клиника лазерной хирургии и косметологии» «Диплекс».
Занятия в академии ведет врач-косметолог Анастасия Владимировна Быкова. Тема нашего сегодняшнего занятия – восстановление молодости кожи шеи, декольте и кистей рук. Что же является показателем возраста у женщины? Безусловно, каждая женщина ухаживает за своим лицом, но всегда забывает о коже шеи, а уж тем более о коже рук и коже декольте. Что же происходит с возрастом с кожей шеи? А происходят следующие вещи. Кожа отслаивается от мышцы, которая покрывает шею. В связи с этим наблюдается дряблость. Вот как мы видим здесь дряблость кожи. Появляются так называемые горизонтальные морщины и вертикальные морщины шеи. Возрастные изменения с шеей происходят уже с возраста 30 лет. Мы можем ощущать эти изменения тактильно. Когда наносим крем, мы ощущаем, что кожа уже не та. Как будто бы она стала мягче, как будто бы появилась небольшая дряблость. И это говорит нам о том, что уже в этом возрасте нужно подумать о том, чтобы какие-то процедуры подключить для того, чтобы шея дальше не старела. При старении кожи кистей рук происходит следующее. Так как руки больше всего подвержены солнечному воздействию, появляются коричневые пятна, или по-другому это старческие пятна, на медицинском языке это лентиго. Вы часто видите это у окружающих нас женщин и мужчин. Кожа истончается, становятся более заметны вены и сухожилия. Старение рук женщина может заметить в возрасте также уже 30 лет, когда кожа становится как будто бы сухой, более тонкой, когда появляются первые морщинки на косточках пальцев. И это тоже говорит о том, что пора заняться руками. В настоящее время косметология может предложить достаточно много методов для того, чтобы бороться со старением кистей, рук, шеи и декольте. И это такие методики, как инъекционные методики, это такие методики, как аппаратные, например, лазерные методы воздействия, ну а также уходовые процедуры, уход в домашних условиях за кожей. Суть методики увлажнения глубокого с помощью биоревитализации, биорепарации – это заполнить морщинки и увлажнить кожу. Как же можно защитить кожу рук, шеи и декольте в домашних условиях? В нашем арсенале очень много средств. Это крем дневной и ночной. Дневной должен обязательно содержать SPF, а лучше, если SPF, крем с SPF будет отдельным, и будет SPF в летнее время 50, а в зимнее достаточно 30. А также домой можно приобрести пилинг для домашнего ухода. Это, например, гликолевый пилинг или крем. Очень активный крем, на зиму подходящий будет крем с ретинолом. И таким образом, осуществляя пилинг химически в домашних условиях, можно добиться как раз-таки того, что кожа станет мягче и более гладкой. Курс омоложения всегда подбирается индивидуально, но в среднем кратность составляет один раз в полгода. То есть два раза в год мы рекомендуем посещать врача-косметолога для того, чтобы проводить процедуры с шеей, декольте и кистями рук. А домашний уход должен быть ежедневно, он должен быть систематическим. И не забывайте, пожалуйста, о солнцезащитном средстве. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Информационный портал доктора Диплекса «Моя-новая-жизнь.рф». Инновационная система бережного отбеливания «Клокс». Спрашивайте в группе клиник «Стоматологическая практика». «Бенефит» – легендарные косметические продукты и оформление бровей в фирменном броу-баре. «Бенефит» в Челябинске, в Ильдебате, Горки. Медико-косметологический центр «Артмедика». «Артмедика». Методики выполнения блефаропластики, фейслифтинга, отопластики. Проспект Ленина, 12А. Конкурсы красоты не теряют своей популярности. В них сегодня участвуют девушки, женщины разного возраста и профессии. Очередной финал очередного конкурса посетила наша съемочная группа.
фабрика проектов Константина Аникеева выпустила очередное яркое и эмоциональное шоу. На этот раз был подведен итог проекта «Королева Челябинска-2016». На пути к победе его участницы целый год занимались сценическим мастерством, обретая уверенность в собственных силах. Все участницы абсолютно разного возраста, чего мы и хотели показать, что самое главное, участница должна чувствовать себя королевой внутри, а уже в дальнейшем претендовать на столь высокий титул. Безусловно, те участницы, которые дошли до финала, они уже победили в своих этапах, и они уже считаются королевами в каждом из месяцев. Но непосредственно сегодня будет самый главный титул королевы Челябинска, и жюри будет ох как нелегко, это точно. Хореографическая подготовка, дефиле, различные мастер-классы, воркшопы, фотосессии – программа подготовки к финалу была очень насыщенной. Кроме того, в конце каждого месяца девушкам предстояла презентация и переход на следующий этап. Мы работали в тандеме с хореографом и, соответственно, под музыку движения подбирали наряды девушкам и обыгрывали их в их временные отрезки. Для гранд-финала мы подготовили три совершенно разных выхода, как исторических королев, так и современных. Чем ближе к финалу, тем наши девушки начинают уже нервничать. Все волнуются, все хотят стать королевой. Победа в конкурсе – это не только всеобщее признание, но и возможность отправиться в путешествие на двоих. Очень позитивное мероприятие, и вообще как бы такие мероприятия заряжают энергией. В связи с тем, что такой подарок, я думаю, уже будет очень большая борьба. Участники проектов Константина Аникеева – это что ни на есть самые сливки Челябинска. Сегодня девушки, вышедшие в гранд-финал королевы Челябинска, это настоящий показатель того, какие красивые, умные и разносторонние девушки есть в городе Челябинск, и что на них можно равняться. Сегодняшнее мероприятие мы решили не обходить стороной. Независимо от того, кто победит, но я видел, все девушки очень красивые. Мы предоставляем каждой конкурсантке приз номиналом 35 тысяч рублей. Жюри поделилось критериями выбора победительницы, и самым важным из них оказалась внутренняя красота женщины и ее уверенность в себе. Я очень благодарна Константину Аникееву, который проводит такие мероприятия и поднимает статус женщины, и каждой дает понять, что она королева. Для меня самый главный критерий в выборе женской красоты – это ее доброта. Мне кажется, это основное качество, которое характеризует женщину. Она придает ей и мудрость, и великодушие, и ум своего рода. При выборе фавориток в сегодняшнем финале мы будем ориентироваться на их стремление к победе, на их четкое позиционирование и уверенность в завтрашнем дне. Девушки, вышедшие в финал, отметили значимость прежде всего участия, а не победы. Но все же желание стать победительницей меньше от этого не стало. Участие, оно, безусловно, очень интересное. Победа – это, так скажем, бонус за участие. Каждая девушка получит великолепные призы, так что я думаю, что самое главное – это провести этот вечер и верить, что именно она победительница. Главное – показать нашу женщину внутреннюю, нашу индивидуальность. Обязательно улыбаться, вообще всем женщинам нужно обязательно улыбаться. Я думаю, что наше хорошее настроение поднимет настроение остальным людям, которые пришли на нас посмотреть. Самое главное – это, конечно, харизма и подача энергии в зал. Это самое важное от артиста, когда он выступает с широкой улыбкой и хорошим настроением. Меня эта вся атмосфера, она просто, ну, можно сказать, завораживает. Это часть сказки, в которую хочется попасть каждой девочке. Это, опять же, расширение собственных возможностей и очень приятное, так скажем, проведение времени. Я думаю, что главное – это дарить любовь и улыбаться, потому что это будет чувствоваться, это будет распространяться на весь зал. И со своей миссией Наталья справилась. Ее позитивная энергетика действительно покорила зал и была по достоинству оценена представителями жюри. Очень приятно разделить эту радость.
радость с близкими, когда за тебя все искренне рады. Спасибо огромное всем, кто меня поддерживал. Огромное спасибо организаторам проекта за эту потрясающую возможность находить новых друзей и радоваться жизни на полную катушку. Заряд вдохновения и положительных эмоций этим вечером получили как участницы, так и зрители. Почувствовать себя королевой удалось каждой финалистке. И в следующих проектах они снова не побоятся заявить о себе. Это Beauty Time. Далее в выпуске несколько актуальных моделей из коллекции наступившего сезона. Пуховики. В этом сезоне они получили новый статус. Из практичного и второстепенного предмета в зимнем гардеробе они перешли в хедлайнеры. Главное выбрать правильную модель и эффектно подать ее в образе. Как трикотаж или зимнее пальто, куртки в наступившем сезоне дизайнеры предлагают самые объемные. Тот случай, когда тренд является комфортным преимуществом в нашей широте. Следующее правило – не бояться контрастных сочетаний. Карт-бланш на то, чтобы совмещать пуховики с деловым или даже вечерним стилями, дают все стилисты и имиджмейкеры. Актуальную идею контрастности также поддержит сочетание пуховика с кашемировым шарфом или меховым воротником. Также, что касается комплектности, яркие и активные куртки не стоит дополнять тон в тон трикотажной шапкой, шарфом или смудом. В общем, выбрать есть из чего. Главное – проанализировать свой гардероб и прислушаться к своим желаниям. Группа клиник «Стоматологическая практика» представляет имплантацию от кандидата медицинских наук Дмитрия Владимировича Плюхина. Новогоднее предложение от территории тайского спа. При покупке 2 сертификатов, 3 в подарок. Тайвай. Российская 206. Телефон 223 23 20. Почувствуйте себя элегантной и привлекательной даже в самый обычный день с магазином «Австрийская одежда» на Пушкина 65. Все сюжеты Beauty Time, а также новости и анонсы модных событий – все это на сайте bt31tv.ru. А у меня все, до встречи. Каждую неделю на сайте bt31tv.ru фотоконкурс с призами от кондитерской «Наполеон». Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211-50-30. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой.